На первом Погнали! Же обучении. Да стой, подожди, так а, я-то не сел, ты... Ты провалил тест! Ты провалил его! Жуйте утюг, с вами Глюк и Рик. Жуй шашлык, с вами Рик. Ну, почти, ладно. Хорошая, отличная рифма. Ну, ты для начинающего неплохо, неплохо. Спасибо. Когда-нибудь ты достигнешь моих высот. Короче, мы собрались скрэпи, чтобы, я не знаю, чтобы устроить вакханалию, чтобы посмотреть интересные всякие построечки от вас, и не только от вас. Если ты хочешь, чтобы твоя построечка тоже засветилась в видео, то добавляй в ее название слово «глюк», и я ее обозрею. Если она, конечно, не будет унылым говном. Обозрю. Обозрю. Вот. А это пока что дом, в котором будет жить Рик. Ему вот нравится, вот, смотри, вот. Нафигин. У меня рост 2 метра, я сюда просто не помещусь. Да неправда. Сейчас а как сюда залезешься? Вот, смотрите, дырку даже поковырял. Вот жирная женщина. Ну что ты, не надо было пончики есть. Так я все равно не помещаюсь. Ну так хватит пончики жрать. Сколько я тебе говорил, а ты жрешь и жрешь. А, подожди, можно что-то. Вот, другое дело. Теперь, значит, смотри. Я беру... Не, в смысле? Что это? А, это я, что ли? Смотри, что это я, что ли, сделал? Да, это ты сделал. Я даже не понял, как. Вот, смотри, стой, спокойно, спокойно. Так, я стою. Вот, я решу сейчас проблему. Отлично. Все, проблема решена. У меня тут свет есть. Что? Я могу наблюдать за тобой. А-а-а! Через маленькое окошечко. В смысле? В смысле дверь? Откуда она? А-а-а! Что? Я тебе засов сейчас сделаю, подожди, я сейчас как... Я сейчас как сделаю тебе засов. Не, погоди, я ж могу как-то выйти, или я не могу выйти? Ну, у меня есть идея, как выйти. Вот, подожди. Так, стою. Я не могу. Короче, нужен всего один предмет. Вот, смотри, я его тебе сейчас вот сюда... поставлю, чтобы ты хорошо видел. Может, ты просто все убил. Ну да, это вот. Не, это хорош, это универсальная отмычка. Это, да, я хотел сказать, что это похоже на ключ, уж больно. Да, это а хороший. Ты подходишь, типа, ну, я как бы, знаешь, там у меня молоко подгорело. Ага, молоко. Убежало. Я короче, пошел догонять. Пошел я его. И как эта штука открывается? Ну, как бы ты можешь молотком по ней ударить, и она откроет любой дом. Ага, думаешь? Да. Ты уверен? Да. Ах, ладно. Блин, вариантов немного. Твою мать! Боже мой, до меня достало! У меня тут так трахнуло конкретно. Игра сломалась, ничего себе. Ох, плохо, чувак, плохо, когда дом тебя трахает. Я хотел сказать, что ключ, конечно, неплохой, но ключ, наверное, должен открывать дом, а не разбирать по кусочкам. Ну, как-то мы, короче, пытались начать с обзора построек, а получилось, чтобы мы подорвали дом Рику. Спасибо. Ну, на самом деле, класс. Это была первая постройка, которую заспаунил. Вот, смотри, у меня, короче, есть другая. Специально ладно, для меня давай. Подписчик строил, говорит, строил 3 часа, вот прям в описании написано, строил 3 часа. А южно... Нет, подожди, стой, не подо мной! А, нормально. Нормально, ты жив, не переживай. Спасибо. Ты же в ядерном этом выжил и нормально все. И выжил, да. Из ума. Слушай. Так. Ничего себе, а что это такое, трактор типа? Ну, трактор-машин какой-то. Ну, трактор-машин? Честно, окей. Он как бы выглядит... Это же коробка, это же просто коробка. Ну да. Ну, за дизайн, вот за раскраску может быть и 5, а вот за форму, наверное, 2. Потому что... Что это такое? Ты можешь, короче, сразу это, вот направиться, типа, на сиденье, вот прямо здесь стоя. Нажимаешь, типа, Е на сиденье, и он сразу туда залазит. Уии! Вот, да. Вау, круто! Да, только так, как бы теперь нам дверьку закрыть? Я знаю. Ой, как. Я вторую открыл. Во, все, я закрыл. Это я закрыл. А что это? Я пытаюсь что ехать. Подожди, я не понимаю, что это такое. Это вроде как машина. Это я понял. А что это за кнопки? Они что-то делают. Ой, она стреляет. Она боевая машина. Это ты стреляешь? Да. И там. О, слушай, тут там есть люк наверх. Где-то возможно, туда даже можно добраться. Что-то же они делают. А есть кнопки самоуничтожения?
Я пока я не всё знаю. Подключал, ничего не изменилось. Тут, там, подожди, там есть джетпак на крыше. Да ну. Да, там есть джетпак на крыше. Так, короче, смотри, там на единицу, на двойку, на тройку понажимай. Понятно. Как это вырубить, пока? Это пока не особо джетпак. Ну хотя, подожди-ка, подожди. Да, в принципе, неплохо. Айпак, о, все, нормально. Все, как джетпак. Так вот, клево. Ну мы, короче, пристегнули женщину, теперь можно приступить к сжиганию ведьмы. Можно, не надо. А как ты там летать? Я ж пока не очень летаю, или мне кажется? Ну, понимаешь, ты просто не очень аэродинамичный. Я же говорил, худей, худей, а ты не худела. О, смотри, что творю. Так как это... Да офигенно просто, как это зажимать-то надо? Круто. Как-то не очень у тебя получается, ну, пока летать. Не, нормально, круто. Слушай, ладно, давай я исправлю эту ситуацию. У меня есть исправитель этой ситуации, прям вот идеальный. У тебя, по-моему, все одним методом исправляется. Не-не-не-не, вот честно, не, вообще без рывов. Так, ну, во-первых, тебе вот это понадобится. И еще одна, где же эта деталь? Вот она. Значит, смотри. Во-первых, тебе обязательно нужен будет спутник там, куда ты полетишь. Что, простите, спутник? Да, спутник. А, этот спутник? Ну, ты тоже будешь хороший спутник. В общем, садись. И нажимай вперед. Твою мать, что это такое? Что? Стой, погодите. Что? Я не был готов просто к этому. Стоп, секунду. Да я под карту провалился. Честь и хвала. Прекратить, неправильно прекратить. А как остановить эту движуху? Честь и хвала первым космонавтам скрипт-механики. Так, говоришь, эта штука получилась очень быстрой. Слушай, не то чтобы чуть-чуть, но у нее есть кое-какие проблемы. Ладно, подожди, у меня есть предложение. Хорошо, смотри. Я делаю вот так, а ты садись туда. Куда? Ну, где ты и раньше сидел. И мы с тобой вместе испытаем. Мы с тобой будем астронавтами. Давай, жми. Что? И что ты такое говоришь, об не очень-то уж она и летает, хотя нет, нет, она летает отлично. Нормально летает, да? Да. Такое. Особенная штука, пожалуйста, отожми, а то я сейчас фарш раскидаю. Я не могу, подожди, в смысле? А как я думаю? Ну все, ничего, просто ничего не делай, Сейчас башкой твоей ударимся о пол, и все будет хорошо, вот. Вот. Уже ударились. Нормально. Или мои ну, головы. Что скажете, коллега? Заметили какие-то недочеты? Я смотрю, собаке поплохело, она что-то как-то не шевелится. Собачка. Обидно. Собаку обидно. Немножечко. Ладно. В общем, машина... Неплохая. Машина, на самом деле, меня вообще ни разу не удивила, а вот джетпак был весьма здоровый. Ну что, тачка, зверь. Давай посмотрим, что у тебя там есть еще новенького. Так, окей, давай. Ну, это вот как раз к твоему культу. Я не знаю, видел ты эту штуку или нет, но... О! А? Культ утенка? А? Да. Ну, вообще, это больше похоже на аниматроника, наверное. Кстати, да, ну, это же утенок. Ну, это я вот не пойму, то ли утенок, то ли аниматроник. Как-то не очень понятно. Подожди, ей не хватает. Он еще может двигать. А, это кофе? Какой кофе? Блин. Ну я не знаю, или что это. А, да, слушай, точно, это Чика из этого, из ФНАФа. Она типа там тортик должна держать в руке. Кексик, точнее. Крутая штука. Знаешь, что ей вот прям нужно... Пару ускорителей, я прав? Не-не-не, она должна смотреться более угрожающе, если уж это аниматроник. Ну-ка, давай. Есть у меня тут вот как раз подходящая, мне кажется, к ее размерам. Так, подними руку, пожалуйста, животное. Во! Вот теперь она смотрится гораздо более угрожающе. Думаешь? Да. Определенно. А эти штуки не так делаются? Да ты... Это же бомба! Это же бомба! А, я думал, это ключ. Похож был на ключ. А, ну вообще, да. Короче, смотри. Подписчик мой построил это как дом на колесах. Еле дверь открылась, кстати. Вау! Так что вот мы сейчас можем здесь заселиться, можем жить. Здесь есть даже спальное место для тебя. Для нас двоих, ты хотел сказать? Нет, тут как бы вот диван для меня, коврик для тебя. Все правильно. Класс, кайфес. Так, секундочку, ну-ка, хором мы проведаем. Нифига себе, тут пиванский, певчанский.
Слушай, ну тут немножко тесно, как бы. Подпрыгни, да. Вот, нормально. Ой, какое-то странное пиво, честно говоря. Кнопочки какие-то, да. Что-то... О, это телек. А где телек? Ну, типа, вот этот черный квадрат, это, наверное, телек. А, да, нормально. Это просто последняя модель. И тут, короче, дверь, смотри. Дверь работает, она закрывает или туалет, или спальню. То есть что-то одно. Ладно, окей. Интересненько. Это, согласись, дизайнерское решение. Ну да, тут еще такие вентили, типа горячая вода и холодная. Но я так чувствую, что горячая будет постоянно отключенной. Ну, типа, знаешь, там... Почему? Ну, за коммуналку, типа, там это вот какие-то опять работы сделаю профилактические. И у тебя в машине отключат горячую воду вполне себе. Так, подожди, а что там, на потолке ничего нету, что ли, да? Там только один этаж? Не, походу, я уже так, я уже привык к домам, наконец, что они двух-трехэтажные, легкую вообще. О, нифига себе, это что? Ой, а там... А как закрыть багажник? Кто-то открыл? Я знаю, погоди. Я еще выйду, если... А, то есть ты его открыл, да? Нет. Слушай, вон там, наверху. Офигенно просто. Это прикольно. Закрывай. Очень хорошо. Ты открыл, ты закрывай. Да я пытаюсь. Ай, я в движке. Подожди. Все, не переживай, поехали, все хорошо. Ну погоди, а как выйти? Да не надо выходить, куда тебе? Я вышел, смысл. Ну ладно, тогда заходи. Но я не специально вышел. Я уже думал, у тебя там своя будет квартира, тебе будет комфортно, тепло, уютно. Спасибо. В движке. Ну там же точно будет тепло. Что-то ты какая-то скользкая, ты женщина, какая-то странная вообще. Очень. Я дама с характером. У меня... Да ты еще и стекла мне выбиваешь. Они не выбиваются, что бронированные, что ли? Каналия, хватит стекла бить. Подожди, а как? Как? В смысле? Ну потому что я выбрасываю, знаешь, типа лишний груз. Так тачка меня отвергает просто. Что за приколы? Погодите. Это же ненормально. Это сигнализация, по-моему, сработала. Нечего стекла бить. На тебе поганая машина. Я не могу ее вырубить, реально там сигналка какая-то. Так, или она взорвется через мгновение, непонятно пока. А что это? А, это будильник. Будильник? А, ну типа доброе утро, Рик. Может быть. А может или кровать вообще? Давай посмотрим, что там устроено. Вот под. Ну-ка. О-о-о! Тут целое... Вон, я нашел будильник. О, я сделал тихо. Там была какая-то странная харя робота, которая орала. Я предлагаю, знаешь, что вот здесь не хватает одной детали. Ключа дома. Не, подожди, не такое. Да как открыть ту странную дверь-то, господи. Здесь другая должна быть, другой детали не хватает, небольшой. Ну просто понимаешь, без домашних животных даже это в доме на колесах очень плохо. Вот заходи. Сейчас. Секунду. Ну не надо, не обязательно падать туда, конечно. Да. Ну, там как бы дырка в полу. Смотри, там, короче, кнопочка, видишь, у него на боку, нажимай ее. Прям сейчас? Да. И это ничего плохого. Ну ладно, слушай. Все нормально. Теперь закрываем. Забивай ее туда обратно. Катина, ты что творишь? Все, просто нужна будка. Ай, погодите, она вырывается. Все хорошо, она теперь оттуда не выберется, надеюсь. Ну или выберется и убьет нас. Вот, теперь у нас дома есть свинья. А почему я постоянно вылазю? Мне с тачки телепортит как будто. Ну просто... Подожди, а ты снаружи, что ли? Где ты? Нет, я пока что внутри, но тачка, по-моему, не хочет, чтобы я был внутри. Но свинья остается внутри. Ну, короче, теперь у нас две свиньи, Рик, и вот это, собственно, спасибо. Свинья. Спасибо, товарищ. А пол бы молотком держи, товарищ. Давай, я люблю массаж, давай, продолжай. Мне хорошо. Капец. Ё-моё, эта тачка насилует как будто нас, нет? Да нет, да свинья насилует тачку. А, это тачка. А. Да, это она. Так, она страшно. Ой, глючи. О, боже мой, свинья выбралась наружу. Куда ты? Она стремится за руль, чувак. Она заберет этот дом себе. Я понял. Я в этом. Слушай, я не хочу туда, я пойду наружу. Ты что, запер меня здесь? Да. Ты меня бросил после всего, что мы вместе пережили. После столки. А помнишь, как я тебя обзывал свиньей? Это же было так мило. Как ты мог меня бросить после этого?
Ой, она вернулась обратно внутрь. Короче, мы оставим этот дом на колесах. Он теперь нам не принадлежит. Теперь он принадлежит этой свинье. Покойся с миром, свинья. Ну, через пару дней можно прийти и поесть шашлычко. Ну, в принципе, да. Глюк, я решил пойти по твоим стопам и улучшить самолет. И. Короче, там, типа, есть и искусственный интеллект. Он спрашивает, ты согласен, что это самый лучший самолет в мире? Слушай, давай протестим. Выглядит прикольно. Хотя, по факту, это бетонные блоки, которые должны летать. Ну, да. Ой. Неплохо. Это не так, кнопочка. Японский самолет! Я еще в воздухе. Да я тоже. Так себе техника, по-моему, не самая надежная. Деду, я просто пытался найти кнопочку, которая пустит нас внутрь, и подорвался. Ну. Блин! Что походу, я опять нашел не ту кнопочку. Надо поставить, знаешь что, надо поставить еще одно сиденье какое-нибудь. Я сейчас тебе поставлю, подожди. Чтобы тебе было очень комфортно. Давай пальчик. Или ванну. Лучше ванны. Так, ладно. Ты, короче, просил идеальное для тебя, значит, кресло. Хорошо. Страшно, уже страшно. Вот не хочу. Да, естественно, я не сомневался. Ну, конечно. А что, может, ты туда? Ну, что я могу своему другу еще преподнести? Ну, что... Спасибо. За кого это ты меня держишь? По-моему... Все ради тебя. Ага. Знаешь, смотри, спасибо. Эта штука вроде как умеет летать. Так. И она что-то боже не мой. Очень. Боже мой, ну-ка, нет. Она летает. Только у нее, знаешь что, у нее на носу, короче, ядерная бомба. Если я носом сейчас впендюрю куда-нибудь, то будет очень не айс. Я понял. Кажется, тебе придется выйти и толкать машину. Ща, погодите, коллега. Мусье. Что-то так не срабатывает пока. О, все, вот давай вот так вот садись. Вроде погнали. Во, в смысле, как я, под каким углом летаю? Осторожно, остановись. Ты живой? Я живой. А я... В этой игре можно умереть. Что-то единственное, мне... что у меня палец немножко дергает. Он сейчас глубоко войдет, чувак. Очень глубоко. А я не могу вылезти, слушай. Ну, конечно, ты с него не слезешь теперь. Все, это палец рабства. Оу! Хотя нет, есть вариант от него избавиться все-таки. Я слез, по-моему. Ну, только разве что вот таким, да. Если пукан разрывает, только. А мое место, мой пальчик. Извините, я хочу на пальчик. Я тебе прямо вот три сделаю, любой на выбор. Ого! Твои условия жизни тоже растут. Почувствуй себя Нидерландом. Блин! Это там скала немножко выше. Это тоже улучшение качества жизни. Просто это по-русски, понимаешь? У нас свой путь. Я понял. Через скалу, нормально. Блин, почему-то плохо работает пока наш путь. Сейчас мы все исправим. О, как плавненько. А чё с нашими хвостовыми вот этими попердуями, которые вот это вот? А всё, они, по-моему, того. Да, чё-то не работает. Ёма, чё такое? Ага, я понял. Да, прекрасно. Так, я на скале. Починилась. Вот, давай, короче, я сейчас заспавню. И в этот раз посмотрим, как летаешь ты. Если ты летаешь хорошо, мы возьмем тебя в авиалинии Глюка, ты будешь у нас делать частные рейсы, самых важных персон будешь возить. Я провалился. Где самолет? Ты уже провалился? А-а-а. Ты на первом же тесте провалился. Я потерял место. Я потерял своего инструктора. На первом же обучении. Погнали! Да стой, подожди, так я-то не сел, ты... Ты провалил тест! Ты провалил его! Еще нет! Вернись! А я не знаю как! А он не управляется! Подожди, а как наклонять его? А я не знаю! Я так за все время не научился, чувак! Так что это теперь твоя проблема! Как тебе визуальные эффекты? Я сдал тренера. Да, ну, сдал экзамен. Если ты меня бы еще не забыл, то ты, возможно, бы сдал. А так что-то как-то пока не очень. Окей. И сейчас, короче, я вот... В этот раз я тебя дождусь. А так, как вот там дырка. Вот, садись. Я готов. Я готов. Взлетайте. А, подожди, стой, не взлетай. Я вот эту вот штуку еще уберу. Вот, теперь взлетай. Ты что-то опустил. Я уже лечу? Нет. А, сек. Как ты это делаешь вообще? Ага, сейчас скажи. Скала? Я понял. Запомни, в авиалиниях Глюка скала считается приемлемым местом для приземления.
Даже предпочтительным. Если у тебя есть выбор на полосу или на скалу выбирай себя. О боже, что сдвиг? Ты что, пузико чешешь самолетом, что ли? Боже мой, что? Стоп, ладно, стоп, погоди-ка. Да, раскидывайся. Так, эвакуация? Уже эвакуация? У меня только один двигатель, по-моему. Ты внутри, ты все нормально, да? Ну, нет, два двигателя, все правильно. Нет! Это цифра 2! Я понял. Вы знаете, кадет, вы делаете определенные успехи в летном мастерстве. Я должен признать, что даже я таких успехов в свое время не делал. Окей, так, все. Я тебе наговорился. Мы же опытные. Мы же умеем. Давай, жопные, вперед. Ага. У тебя жоп-то больше, давай, садись. Так. Ну, неправда. В смысле, я говорил про твой опыт. Вот! Блин, стена! Подожди, стой! Я не знал про стены, это ж предупреждать надо! Невидимая стена! А я ж не знал, тренер. Нормально, нормально, все хорошо. Это часть обучения. Мы всегда летаем таким образом. А что он не поворачивает? Не знаю, у меня палец проворачивается. Вот. Это все, что я чувствую пока что. А, это так делается, я понял. Да, отлично. Сейчас будет идеально. Вроде и медицинское обследование сделали по-быстрому. Хорошо. Вот в том-то и дело, что по-быстрому. Вот уже и к доктору уже не надо. Да ё-моё. Блин! Да ёлипалы. Ну я не могу. А ты как думал? А ты думал летать легко? Нет. Хотелось бы. А вот все, приземлились. Ну, в принципе, вот хорошо, да. Ну, в принципе... В принципе, вы сдали, да. О, смотри. О! О! Нет, ну. Стоп. Что с ним? А ты видишь, где один двигатель у него в пузике застрял? А не, я не вижу, погоди. Вот один движок. А, нет! Это он? Это как вот этот маленький. Вот, то есть один снаружи торчит, а другой внутрь залез. Я не знаю, как из-за этого что ли тут кувыркается? Да, я не знаю, как ты это сделал, у меня не получалось, а ты это сделал. А вот он выбрался. Вот, здравствуй, двигатель, мы скучали по тебе. Етицкая сила. Ну что, друзья, совершенно сумасшедшая серия получилась у нас. Ставьте лайк, заходите на канал Рика, смотрите, как он угорает там. Ну и жуйте бобра. Всем пока! Жуй бобра, всем пока! Слушай, ну еще и на туалетной бумаге катается вместо колес, офигеть! О, я думаю, пора вызывать экзорциста. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.